Величие атомной станции уже, кажется, поняли все в стране. Причем величие это и для сферы строительства, и для энергетики, и для экономики в целом, да и политически встать в один ряд с ядерными державами – это мировой успех. Позади многие годы от смелой идеи высшего уровня, уверенных требований этот проект реализовать, жесткий контроль. И вот, наконец, сегодня Александр Лукашенко здесь, чтобы финализировать процесс. Хотя традиционно для главы государства уточнение не о достижениях. Ну, твои оценки. Академия наук осуществляла научное сопровождение. Было много замечаний, но на данный момент нет таких замечаний, которые бы препятствовали вводу. Ну, сейчас все скажет, что плохо у него. У него все хорошо, товарищ президент. А на станции? На станции устранили все недостатки. Значит, то, что мы требовали по последней договоренности, сделано все. Ты не нашел тут недостатков? Ну, они устраняем. Партнеров же в лице руководства госкорпорации «Росатом» по-дружески подколол. Будете, как всегда, хвалить свою работу. Но Алексей Лихачев, гендиректор российского «Росатома», в своем докладе президенту Беларуси скорее рассказывал, как предлагается выполнить поручение развивать сотрудничество на будущее в целом, а не ставить точку здесь. Например, может, уже нужен третий энергоблок? Куда бы вы поставили третий блок, если вдруг по-хозяйски пришлось вам его... сооружать. Ну, на расчет, наверное, надо влево, мне так кажется, тиражировать. Здесь система управления всей станцией, здесь. С точки зрения строительства нового блока мы никаких проблем не видим вообще. Прекрасно представляем площадку всегда. Вопрос, мы же фактически рассматриваем энергосистему как, если не единую, то во многом очень комплементарную между Россией и Беларусью. Угу. Все-таки мы будем переходить на более высокий уровень потребление электродвижения. О создании всего единого в целом сегодня говорили много, но это скорее показатель успешности проекта по АЭС. Хотя это было непросто. Чего уж там, в энергетических кулуарах говорили, что российские партнеры белорусским требованиям по безопасности были, мягко говоря, удивлены, но все выполнено, как требовал заказчик. 1 ноября 14.05 члены комиссии единогласным решением приняли решение о пуске данной станции в эксплуатации. И, соответственно, подписан соответствующий документ. Дальше как будем? Мне не хочется вас в Беларуси отпускать. Нам не хочется уходить, знаете. Не будут уходить от нас в прежних объемах и деньги. Благодаря станции экономия по природному газу более полумиллиарда долларов в год. И это еще инфраструктура по потреблению энергии от отопления в домах и квартирах до электромобилей не готова в стране на 100%. Но проект этот стратегический по разным направлениям, чего и добивался президент. Несмотря на то, что в постчернобыльской Беларуси строительство АЭС многих пугало. Но волков боятся в лес не ходить, скажет Лукашенко. Да и специалистов мирного атома у нас не было, а теперь есть. И вот уже Россия предлагает им подключиться к возведению их станций по всему миру. А за 10 лет они собираются построить 15 энергоблоков. Хорошо знаете, Александр Григорьевич, что в Рупоре работаем. Сейчас в Египте разворачивается большой объект, 4 блока. Туда заезжают белорусские компании. И отдельным образом я обсудил с премьер-министром Венгрии Орбаном вопрос участия белорусов в венгерском проекте. Им очень нравится, и они дадут определенный зеленый свет именно на белорусских специалистов. Строили как себе, скажет Алексей Лихачев, и предложит кооперацию с «Росатомом» по разным направлениям, от медицины до машиностроения. В ноябре, как ожидается, подпишут меморандум и конкретную программу. А ошибки, если и будут, то только в положительную для всех сторону. Мы подготовили паспорт атомной электростанции, но сразу самокритично хочу признать, в нем есть ошибка. Я сам его подписал, сам ошибся. Здесь написано, срок службы 60 лет. От 60 лет. Мы добавим. От 60 лет, да. Мы рассчитываем, что до 100 лет. До 100 лет он будет работать. Для меня огромная честь и большое удовольствие, Александр Григорьевич, вам вручить этот паспорт от имени «Росатома», организации российских атомщиков. И вот тот случай, когда надо закончить мое выступление словами, даст Бог не последний. Спасибо. Не говорит же, что ему крови попортил много, но зато станцию какую построили. Лихачев здесь сделал большой шаг вперед в строительстве атомной станции в плане модернизации, новшеств всяких и так далее. Смотрите, да? Все известные элементы безопасности, как активные, которыми человек управляет, так и пассивные, которые сами включаются по регламенту, здесь реализованы. Самый современный проект. То есть никакой более безопасной станции в мире нет.
Безопасность промышленная, здесь подкрепляется и безопасностью военной. Александр Лукашенко признается, генералы говорят, что такой защищенности объекта нет больше нигде в стране. Так и должно быть для стратегического проекта, который создает новую отрасль и становится точкой роста экономики. Второй вектор – это улучшение и углубление уже имеющихся и сохраненных производств. Не без гордости, напомнит президент. Даже и закон автобуса станция впечатляет. Хотя самое важное в ней – то, что находится на высоте еще и в прямом смысле. Сколько человек тут слушает? Сегодня 31 человек у меня в подчинении, да, на втором блоке. У меня же и замысел такой был. Мне же надо было у россиян вытащить компетенции. И да, я Путину сказал, говорю, ты знаешь, станцию-то ты мне построишь, но мы должны вместе строить. Все, что можно, мы должны научиться. Надо Путина поблагодарить, он молодец. Он говорит, все, что ты попросишь, все, что белорусы могут, берите, делайте. Вот какая была большая цель. Построить станцию, ну что, ну построим, это не вопрос. И раз уж представители Росатома резонно отметили, что после сдачи объекта они здесь исключительно гости, то уже полноправный хозяин АЭС стал объектом особого интереса со стороны российской прессы. Спрашивали о разном, но о важном. БелАЭС абсолютно грамотно и правильно с точки здравого смысла, в том числе рассчитывалось с ориентацией на экспорт к западным соседям. Ну, получается так, как получается, они там не хотят, отрезаются. Время идет. Все меняется. И я уверен, что главный принцип покупателя, где дешевле по качеству нормально, там и бери. Цена рядом, Литва, Латвия. Но самое главное мы упускаем. Мы никуда не денемся от Украины. Нам придется работать в Украине. Никакие американцы, Запад им ничего не помогут. И мы с Владимиром Владимировичем на эту тему много говорим. Они придут к нам за помощью. А без электричества. Нам придется украинцам помогать. А эти будут покупать, если у нас будет дешевле. Так, сяк, вот посмотрите, власть поменяется в Америке, и политика в Европе будет совершенно другая. Спасибо. Можно чуть дополню коллегу, просто куда же без ноты от Литвы по поводу ввода в эксплуатацию, они же тут же прислали ноту. Понимаешь, это бешеные прислали ноту. Народ Литвы никакого отношения к этим бешеным не имеет. А я им говорю, ребята, вы закрыли Игналинскую станцию. Сейчас сожалею. И тогда им говорил, вот мы строим станцию. Людям там 3000 человек, некуда деваться. Приезжайте. Нам нужны люди. Мы учили у вас в России сотни людей, сотнями посылали. А это готовые специалисты. Приезжайте к нам, мы вам дадим работу, жилье и прочее. Я всегда не с камнем за пазухой к ним шел. Мы и сейчас не против. Если нам нужны будут кадры, приезжайте, мы вас трудоустроим. Мы не боимся в плане безопасности. Нормальные люди. Это уже не первая нота. Пусть шлют, у нас места в этом в унитазах хватает. Но не только атомная станция, космос по технологиям. Сразу после АЭС президент едет в Островец, который с началом возведения станции преобразился, мягко говоря. Останавливаются у новейшей больницы, о которой уже наслышаны все в Гродненской области, потому что это космического уровня медицинское обслуживание в регионе. Губернатор докладывает, в целом в городе выросли зарплаты. Они выше на 20%, чем средняя по региону. Выросли целые микрорайоны, появились новые дороги, обновилась в целом инфраструктура. То есть здесь стали хотеть жить люди. 2010 год. Рождаемость в Островецком районе почти на 2% ниже, чем в среднем по области. 2023 год. Рождаемость в Островецком районе на 30% выше, чем в среднем по области. Островец – это первый район, который по результатам 9 месяцев сомкнул демографические ножницы. У них рождаемость соответствует смертности. Это еще раз показывает, что инвестиции сначала в экономику, потом в социальную сферу, потом приводят в том числе, что это, по сути, инвестиции в развитие человеческого капитала. Касаемо же больницы, она межрайонная, то есть сюда по концепции успеть за 60 минут привозят, если нужно, людей из соседнего региона. А касаемо оборудования, здесь есть вообще все. Если построить две такие больницы в Лидии и Волковыске, и вся Гродненская область может рассчитывать на медицинское обслуживание столичного уровня. Уровень первый, естественно, оценивает лично. С твоей, так вот честно, точки зрения, это не является для больницы излишеством? Вы знаете, нет, потому что это огромная часть реабилитационного процесса. Если взять... То, что надо реабилитацией заниматься, ну это и ежу понятно, как в народе говорят. Но за чей счет? И кого?
И как вообще оптимизировать? Вот у нас говорят, что тема не хватает врачей. Да, вот не это. То есть. Но по количеству врачей на 10 тысяч населения мы, по-моему, пятые в мире. В Польше в 2,5 раза меньше, чем у нас. В России меньше. То есть вопрос у нас скажи, врачей что хватает. Должно быть меньше в 5 раз? Нет, вопрос не в меньше. Она завтра сбежит в Польшу. Не сбежит. Не сбежит. Отсюда не сбежит. Сердце отдано на стране, знаете. Замужем? Нет еще. Ну да где оно отдано? Мы подъезжаем. Куда ты смотришь? Мы подъезжаем. Я жена. Справа почетный донор. Да. Анна Неславовна наша. Ну, я тоже был донором, поэтому мне ваш труд понятен. Спасибо большое вам. Спасибо. Молодцы, девчонки. Ну, все на женщины. Самое любимое лакомство. Я не знаю, как вы. Я тоже очень люблю. Ну, вот такой гематоген. Говорят, он уже не такой, как в советские времена. Нет, технология еще такая же. Я же как-то... Очень приходилось вкладывать здоровье в этот островец. Семашка постоянно сидели, он мне приносил по 10 раз эти проекты, я все их урезал. Ну, сэкономили и неплохо сделали. И как всегда бывает в регионах, приезд президента есть повод для горожан с ним увидеться и задать вопросы. Но для начала Александр Лукашенко в канун праздника Великого Октября рассказывает, чего он просил от губернатора при назначении и какой он видит страну в будущем. Я говорю, я тебя очень прошу. Ты как-нибудь подальше смотри от Гродно, чтобы развивались другие районы. И подлетая к атомной станции, я вообще был восхищен и поражен. Ну, такого я не видел нигде. Даже на Западе. Каждый клочок вылизан, посеяно красиво, обработано. Ну, умеют президента встречать. А вот подальше там не очень, не очень. Я это тоже вижу. Сверху мне все видно. Я советский человек, школа у меня советская. Тогда разумно, я считаю, распределяли производственные мощности и трудовые ресурсы. Не стягивали все в одно место. Ну и перед глазами у меня всегда пример Москвы. Ну, часто с президентом России прилетаем над Москвой в вертолете. Я так смотрю, он мне говорит, что ты смотришь? Я говорю, слушай, как ты здесь живешь? Я говорю, здесь тут не живу. Я в лесу живу, ну какие? Потому что, ну, невозможно жить, и они уже вторую Москву начали строить. Поэтому замысел был такой, чтобы дать развитие этому краю. Путин, кстати, в разговоре с нашим президентом признавался, даже не знал, что в Беларуси умеют делать так и столько. И пока литовцы кусают локти от того, что под давлением демократии закрыли свою станцию, теперь не знают, что делать, мы знаем и делаем. Не единожды Александр Лукашенко намекал про вторую АЭС в стране, об этом спросили предметнее. Секрет хочется от вас узнать. Так будет ли все-таки у нас вторая атомная станция? И где она будет, это уже понятно, в Могилевской области, на моей малой родине. Вот, Маш, ты не совсем права в своем заключении в конце. Я не знаю, где будет вторая станция. Это, во-первых. Во-вторых, вы знаете, все-таки, наверное, ну что такое вторая станция? Это, если вторая такая, то это удвоение мощности. Вот два блока есть. Надо еще два таких. Но современные, чтобы было. Мы что-то новое придумаем к тому времени с россиянами. Ну, смотрите, тогда я просил у россиян, мало того, построить, это же не дешево, денег же лишних нет, я говорю, надо денег дать нам. Но они нам дали под очень выгодный кредит. И тогда, еще где-то год спустя, я Путину говорю, слушай, вот если мы что-то сэкономим на этой станции, ты эти деньги нам отдашь сэкономленные? Он так засмеялся, посмотрел на меня, говорит, слушай, он не верил в это. Говорит, ну, так по имени ко мне, слушай, ну вот, давай закончим станцию. Если что-то сэкономим, тогда мы с тобой сядем, обсудим. Позавчера с ним разговаривал, из 10,5 миллиардов долларов, которые они нам выделили, мы использовали всего 6. По-хозяйски. Значит, за остальные мы, в принципе, ну, почти 2 блока можем построить из-за оставшиеся деньги. Поэтому можно и попросить, чтобы россияне эти деньги, которые мы не взяли, чтобы они нам оставили в стране. Притом кредит очень выгодный. Поэтому если мы будем строить, это решение не принято. Это, Маша, это дискуссия. Хорошо, что вы наконец-то поняли, что это надо, это будущее. Пусть бы была вторая эта станция. Я сторонник этого.
А учитель истории в настоящем спросил у учителя истории в прошлом и человека, сильно влияющего на мировую историю прямо сейчас, про выборы в Польше и скорые выборы в Литве. Ответ главы государства, если тезисно, понятный. Соседей не выбирают. Было бы хорошо иметь с ними нормальное отношение. Это первично. И Литва, мы восстановим отношения, и Польша, они никуда не денутся. Придут времена, когда мы будем жить с ними так, как это было всегда и в советские времена, ни границ. Ну, вы же понимаете, что не мы в этом виноваты. Вот я часто над этим думаю, но думаю, а вот мы где-то что-то не так сделали. Да нет. Мы суверенные, независимые государства. Мы будем проводить ту политику, которая в интересах нашего народа. Вот этим все сказано. Если они готовы на это, завтра мы готовы пожать друг другу руку в любом месте и готовы с ними сотрудничать. С ними, с украинцами, Украина все равно будет наша. Этот регион, наш регион, в том смысле, что мы вместе будем. И вот посмотрите, может даже в мою жизнь, если не в мою, то в твою точно, Европа приползет к нам, к России. Потому что Европу сегодня на части рвут американцы, как хотят. Она не может сопротивляться, потому что у нее все на рынке Америки завязано, кредиты, собственность и прочее. Ну и вы видите, какие там политики. Я на них смотрю уже, как опытный человек, мне иногда плакать хочется. И золото этого подиума вопросов достается директору частного предприятия. О частной проблеме, но не только. На неделе дольщики из Минска записали видеообращение к президенту. Мол, помогите решить нашу проблему. Проблема решилась еще до конца дня. Довел информацию до главы государства прямо из ТикТока его младший сын Николай. Но как-то больше стало в последнее время обращений в интернете именно к президенту. И чаще по проблемам уровня непрезидентского. Поэтому я это все просматриваю и вижу, где... Людям надо ответить публично. Ну, ответили наш телеграм-канал «Пол Первого». Я говорю, ответ дайте людям, что мы виноваты, мы восстановим это все. Восстановить, сделают. Но вы сказали главное, что это становится вот такой у наших людей нормой. А, давайте запишем, вкинем, президент решит. Родные мои, я не должен вообще этим заниматься вот таким образом. Есть президента вопрос, атомная станция, там космос, еще чего-то, обеспечить вас на зиму природным газом, нефтью и так далее, продать там, организовать сейчас, это не просто блокируют расчеты. Но вникать в эти детали, это даже не губернатора вопрос, это вопрос тех, кто заключал договор. И вот есть привычка, а где-то там шагнул, кто-то что-то не так, давай к президенту обращусь, ну что тут, телефон взял, записал. Поэтому, конечно, ну, мы реагируем на все вопросы. Но или публично вот таким образом, или не публично. Но это не значит, что мы не принимаем мер. А еще Александр Лукашенко, пожалуй, объяснил всем и присутствующим, и своим чиновникам, и всей стране, что нужно делать для того, чтобы страна становилась еще краше и краше, и делать каждый день. Я же ведь помню, когда меня избирали первый раз президентом. От безысходности. Какой президент был? От безысходности люди, изберем этого Лукашенко, обещает там с этими коррупционерами бороться и прочее, прочее, и союз, и Россию не потеряем, давай изберем. То есть люди рискнули. И вот это самый тяжелый мой груз. Я не должен подвести людей. Поэтому я иногда и ваших братьев частных так тереблю, особенно за ценообразование. Знаю, что и вам хватает от этого ценообразования. Ну, нельзя забирать у людей последнюю копейку. Я же вижу, как только минимальная зарплата или пенсия чуть-чуть приподняли, сразу цены начинают в магазине двигать. Но это нормально. Это ненормально. Я на это не подписывался. Поэтому и здесь, я думаю, мы справимся. Если на месте мои подчиненные, чиновники и вы, руководители частных и государственных предприятий, поймете, что у меня и у вас народ один. И этот народ не выбирают. Это он нас выбирает и вам дает работу, у вас работает по найму. Поэтому надо с народом делиться. Надо уважать этот народ. Я должен обещанное выполнить.
Закольцевалась эта история благодарностью от жителей Островца за то, что атомная станция возведена именно у них, и люди поняли как безопасность нашего проекта, так и его выгоду для себя. Хотя на этапе идеи кто-то наверняка думал иначе. Так что вывод простой. Власти нужно доверять, а по возможности и помогать. И тогда мы взлетим к звездам. И в прямом смысле, и во всех остальных. Игорь Тур, Влада Карницкая, Сергей Янковский, Виталий Гончарик. Наши новости, Гродненская область.